мушка спит и подергивает ушком, когда на него садятся всякие мушки, мухи. Вот так он проводит свой каждый день. Днем он, как правило, отдыхает, высыпается, а к вечеру у него начинает проявляться активность. Что, Соломуш, мухи не дают спать? Мешают мухи, да? Ты хороший мальчик. Мешают ему мушки. Ну куда от них деться летом, Соломуш? Да, Соломушка? О, опять муха. Опять муха. Вот эти мухи. Куплю тебе мухобойку. Да, Соломон? Ты так интересно подергиваешь ушком. А не знаешь, чего начали летать? Потому что абрикосы падают, наверное. Не летят на абрикосы. Ох, как сладенько зевнул.